Какая Ноя немецкая. Бафти каст парели. Лап баф, ты очень нормально. Все паладины знают, кто какой баф. Баф это твоя хозяин. Все, готов. Что-то не знает. Тюменская, ты здесь? Да, что это? Ну там какой-то дроид зашел, может его спросить? Сам разберусь. Забей фюрер, что тебе? Дайте каску, пожалуйста, по этим самым бумагам. Так есть, есть. Есть каска на нем? Есть. Есть на нем каска? Я не знаю, что тут. Лайбаш. Давайте, спускайтесь все вниз быстрее. Закиривается рейд. Кирилл, по Кирилл ем. Бля, камушек не намазал, сука. А, фокус, а не освобожденка. Смотрим, освобожденка. Усач, 3 стака, куда ты набираешь? Я в стране. О. Злой ты бы, да, это конечно. Просто отец. Я только хули ты мне толку дал, если я стоял под освобожденкой и убил. Готовимся с клетом. Фридом. Фридом, давайте по БДК. Выходите вниз, меточки наберите раньше между собой. Прячьтесь за глыбы, за центральный, ну центральный не бейте, по центру падает, бейте крайние, дальние. Левые, правые, выход лестницы падает. Больше дамагу по глыбам давайте. Самую дальнюю левую бейте. По центру падает. Самую крайнюю правую не бейте. Самую. Так. Ну все, не бейте по глыбам. По центру падает такую лестницу. Все, разбивайтесь склеп. Кралька, почему ты вардрус? Скажи мне, пожалуйста. Кто-то сказал тебе склепнуться в САУ и не один раз. Ну, бейте, пацаны, без склепа. Морим освобожденку. Там два хила под освобожденкой. Притяжка сейчас будет готовиться. Убегайте, притяги. Давайте как-то побольше ДПС, там 70% и походу будет 3 взлет. Что-то мне подсказывает. Бать. Надо в РК говорить или писать в личку, потому что я за рейд-чат не слежу никогда. Давайте взлетка. Меточки готовимся, фридом даем по ДК. Метки набрали рейндж. Жу, набрали метки. Спрятали за глыбы. Падает слева. Центральный не бейте, за который прячется, справа падает. Бейте правую дальнюю, левую дальнюю. Центральную не бейте, за которой рейд прячется. Правее падает. Левую, самую дальнюю бейте, глыбу. Справа далеко. Все, разбивайте склеп. Разбивайте склеп шустрее. Сейчас сдохнете. Блять, елка гимнет, читай. Или ты в глыбе. Понятно. Так, каракозябра, поднимай, что тут морно.
Его захлопали просто. ГЦ. Твой лист поднимает шарик морды. Беги, малышка, беги! Убегайте, Катяшка. Хорошо, так можно будет, Бэйр, нет? Ну, потом это ГП. Смотрим на освобожденку. 2 кило под освобожденкой. Это уже третья взлетка будет. За 3 взлетки реально ее убить, нет? Да тут до берсы времени тьма, Лех, успеем. Ну, смотрите сами. Давай поговори, где метки, я просто сам буду. Ну, понял, короче. Хорошо. Слева падай. По центру. Там же по центру. Не бейте центральную. Центральную не бейте, за которой прячетесь. Три. Сбивайте, глупо, сбивайте. Сколько можно, блядь? 2 кила под освобожденка, милики, старайтесь не стакать, переводите босса, все глыбы несем под босса, помним вот это золотое правило. Кто из Сани под босса? Разбивайте склеп. Смотрим, освобожденка. 3 кила под освобожденкой. Елка и неоспоримый. Захиливайте хорошо танка. Захиливайте танка. Неоспоримый под босса. Неоспоримый под босса. Эту метку, метку прямым, прямым уроном до 50% добивайте. Отбегайте от этой самой притяжки. Разбивайте склеп. Следующую глыбу под босса. Гельда закиньте. Клон под босса. Глыбу разбейте. Разбейте глыбу. Закиньте рейд. Чешки отдайте хилы. Ёлки, читай гимн на ХПС. Не читал. Все хилы под освобожденку, кроме неоспоримого. Зло, держи танка. Только зябр под босса. Я не успею. Молодец. Разбивайте крокозябру, в стороне стоит, крокозябру разбивайте. Следующую глыбу обязательно на криэле. Кильте на криэле, на криэле прожжёшь. Завижу. Неоспоримый под босса, неоспоримый под босса. Чешки, отдайте хилы. Филиппет, читай гимн на ХП, срочно, Филиппет, гимн на ХП, читай. Только что читал. Клон гимн на ХП, читай. Клон гимн на ХП, читай. Читаю, читаю. Shadow Morn под босса, Shadow Morn под босса. Притяжка сейчас будет, Гельда, захильте, иначе сейчас вайп будет. Не разбивайте глыбу до 50%, подбивайте ее прямым дамагом. Беги, малышка, беги! Ну, прокиливайтесь, алло! Разбивайте глыбу, елку под босса. Глыбу разбейте, елку под босса. Шустрее глыбу бейте. Все, милики ушли. Освобожденку смотрим. Раз, два, три, четыре кила под освобожденку. Кральк, киль, танк. Кральк, танк, киль. Разбивайте склеп. Shadow Morn под босса. Shadow Morn под босса. Разбивайте Shadow Morn. Shadow Morn разбивайте. Неоспоримый сейчас сдохнешь. Нормально, блин, Леха, иначе, блядь, рейд. Семенская под босса, я понял. Ноя, не набирай стаки, что ты делаешь? Разбивайте глыбу. Разбивайте глыбу, следующий под босс, притяжка будет. Смотрим, 3 хила под освобожденкой. Не стакайте в рейде. Убогая ДК под босса, иди. Тяжко сейчас будет. До 55%, ну, до 50% бейте склеп. Беги, малышка, беги!
Все, стоп, стоп, по глыбе. Разбивайте глыбу, но я под босс, но я под босс. Освобожденку смотрим. 2 хила под освобожденку. Разбивайте склеп. Склеп разбивайте, шустрее. Перса через минуту. Ну, блядь, ну все уже, пиздец. Сторон сейчас склеп, смартфил сторон, давайте рост. Ну я хз это все. Да нет. Новых стороны. Новых стороны. Да, это все, короче. Победа нахуй. Там Олег сейчас может зайти кем-то. Пусть заходит. Пусть релиз, блядь. Не хочу этого релиз. Берсан на синдре. Ну, у тебя есть клипинчики освобождены? Берса в АДП последний раз видел на синдре Берсу. Первый раз вижу. Я в 10 гер видел, когда рейд был пиздец убогий, вообще просто конченый нахуй. А, простите. Сейчас только в 25 гер. Алинканите хил-абсорб, ребят. Уф. Еба. Да, я не знаю, что вообще делать. А тут не хил, тут ДПС, блядь. Смотрите, все, кто ниже 10-го, нет, вот 9-го. Войт на первом месте, о чем говорит? Бля, Войт хорош вообще. У него освобожденка почти ни разу не вешалась. Так Войт, он кот, какой освобожденка? А, ну да. Да, сейчас бы на кота освобожденка вешалась. Пока ты просто на всех шприцов. Давай я зайду на более дамажащего чара. Не хочу варм дамажить. Какая разница, на кого ты же четвертый ПДПС? Лёх, да, могу, блядь, я зайти на кого-то задамагать? Не проблема. Сейчас, погоди. То мы будем эту сенергу отбить. Да, злой, смысл задамагить, не задамагить, какая хуй разница? Типа, смысл заключается в том, что, блядь, хилить некому будет. Да, блядь, в два хулипов это пиздец, блядь. Правосудие нахуй пиздить, блядь. Какая разница, блядь? Большая, циферки, да, сука. Что ты несешь, нахуй? Иди нахуй. Так что, 4 хила мало будет? Ты видишь, если они в 5 хилов еле выхиливали, а в 4, как ты думаешь, не выхилят? Выхилят. Там много освобожденных было на хилах, ты же сам убедил. Давай, пати, пока. А это... Так ты же вроде бы был, Альфонсо. Не, я был Пертанчо. Не один ДК. Тут хила спекнется в пятого. А, блин, да, я даже не знаю, как тут 5 хилов хилить, если у вас ДПС не хватает. Да, да тут 4 хила хватит. Блять, да я знаю, что 4 хила хватит. Нормальных хила, блядь. Понимаешь, нормальных хила. Не забудьте, что сейчас лагает пиздец как. Да, суманите меня. Thank you.
Потно, однако. А вы что, Симба что ли пить не может? Да мы 4 раза навалки лапнули, о чем ты говоришь? Ару. Че там зайдет? Бибоп, сегодня или нет? Зашел. Вы что, решили всех вагонов сразу, что ли, протащить? Давайте бафы. Только я хз даже, чё мне, блядь, раздавать нахуй? Да бафы, каска. Дай мне денег. Охуел. Лил Мэджик, я дам лидера по своему. Сейчас он такой кикает тебя. Ну, я немножко этого ждал. А ты, кстати, что, в конце вступил? Да, я там пристал. Что там по 5? По 6 часов в РСК сидите, да? Нет, мы, кстати, с 5-го, что ли, с 6-го трая убили РС, когда белки вот всекали после вас. Ну, потому что я зашел, скорее всего, до протопала. Ну, там они поняли, у вас код в рейде был? Ну, да. А нет. У них нет, у них два рога хант. Так у нас то же самое. Тоже, у нас первый раз два роги хант, второй раз... Два роги и два ханта без кота. Кот умирал убили, просто. Да? Ну да, от кота толку нету особо. Вот именно вот, если будет плохой напул, это прям печаль, беда. Угу. Просто сейчас мочит этот мелкий, да? Ой. Не, сейчас его уже починили. А уже РСК опять стала неинтересной для протопала. Все, нахуй, можно в нее не ходить. Ты чего, обратно уже поставили, да? Так все, они не ебошат теперь. Вообще или как? Докрыть как собирал. Раньше. Который я собирал? Долго, который, короче. Что-то ретрика не хватает, по-моему. Тут долгая история этого сбора, поэтому... Зато два хапала. И три ханта. Ёлка, ты в ДЦ? Да, дайте инту. Кот, есть еще хил в рейде? Да, кот есть. Кто? Войд. Войд. Ты? А, ты хила спросил? Ну а как ты думаешь? Я чё-то понял, что ты код спросил, если есть брейд. Бля, один хил в рейде. Дайте кулак паладина по хантам. Интеллект. Смартил тут? Да, тут кулак мы дали. Похуй, на кулак спускайтесь. Хавкер тут. Тюменская тут. Раздавай кулаки. Так есть так, кулак у хата. А, есть, есть, вторая. Хавкер тут.
Ладно, без хавкера убьем, погнали. Инту. Это плохая идея. Нет, тоже так думал. Мама лагает меня. Да у всех лагает. Да у всех. Да это дерьмо. Ладно, сейчас притяжка после дыхания будет. Отбегайте. Не стакать ничего, три хила с освобождением магии. Не стакать ничего, четыре хила с освобожденной магией. Давайте хильте хилы. Кралька хиль, где стаки, не вижу. Давайте метки вперед выносим. Боли, повесь потом СС на... Я сейчас скажу, давайте спрячьтесь, по центру падает. Блять, по центру, заебись. Слева падает. Подбивайте левые глыбы. По центру, рядом падает очень близко. Опять по центру. Подбивайте глыбы. Ёлка, пой гимн на ХП. Блин, я пошёл только что. Медолом тут. Вот, поднимай Альфонса. Он не в РК. А нет, здесь молча. Кральки СС дашь. Притяжка, готовимся. Блять, 7 стаков на мне не заметил. Сейчас отбегу. Какой там пинг у сервера? 320. Я вообще пиздец лагаю. Метки смотрим равномерно, выносим метки. Считай метки, ёлка. На мне щита не было, на мне аспирима не было. Смотрите, куда падает. Справа. По центру. По центру 4. Бедолому каску, пристабав, интеллект. Альфонсу каску, пристабав. Сприма сейчас убьют. Суки! Прокнул. Давайте рост. Крусач, давай рост. Притяжка 3 секунды. Пытаемся отбегать. Давайте 20 секунд, чтобы перевести босса. Три хила, освобожденная магия. Это считай, что вайп. Если будете стакать. Все метки под босса носим. Давайте, фаза пошла. Стоим в звезде все. Метку по центру выносим.
Ною, давай, выноси в центр. Милики отошли в звезду. Дамаги мало. Убегайте заранее, сливайте метку. Следующий подбосс, 4 хила освобожденка, никто ничего не стакает. У бога подбосса никакого обморожения. Сейчас будет гимн хп по команде. Фотон, давай гимн на хп. Она креет танков, только захиляйте хилы. Фотон, по гимн на хп. Метку следующего подбосса. Клон, гимн на хп. Милики отошли. Сливайте метку. Клон, давай поедим на ману. Курсач под босса. Ставь тотем с маной. Милики отошли. Отошли от черепа, он. Он тролль, блядь. Сливайте ауешным дамагом. Иссушение, давай, лужу кидай ДК. Следующую в сторону. Ёлка в сторону. Право. Встали все в сову, бейте босса. РДД слева метку слить. Слева метку слить. А на креле захильте. А на креле хильте. Курсач, блядь. Фул мана. Бедолом, под босса неси метку. Ёлка, гимн на хп давай. Гимн на хп. Встали, встали в кружок, скидывайте стаки. Нету стаков. Все, заходим в босса, падаем. Пизда. Так, здесь не хватает хила. Еще не хватает мозгов. Воет, сова есть? Спекайся в сову. Не, у него на другом персе. Нет прав, чтобы КП кидать. Повысь меня, Даня. Да, мне тоже. Не орыл. Я не смогу тебя до орыла повысить. Сейчас. Самогон может ГП давать. На рыге. Может повысить. Вот, заходи на сову. Тебе надо на кота здесь что-то? Кто может на сову зайти, я в хила спекнусь? Ща посмотрю. Разбанили сову, нет? Не надо. Если что, сову разбанили. Могу зайти. Давайте сейчас заходите все к Синдре. Давайте футбол по рейду. На сову еще зайти. Я могу. Шруп. Там нормальная сова у тебя? 6000. Кусать час. Это не моя сова, а так просто аккаунт ставили. Так что мне туда вообще ничего не надо. И на шруп ничего не надо. А, нет. Ну, тогда справедливо, что несправедливо.
сейчас стоим, там и я стоял. И поэтому я не успел. Во мне было освобожденка, я не кидал ей. Ну, это не важно, освобожденка, не освобожденка, плевать. Надо стоять в одной метке и хилить танка или не хилить. Если на всех хилах. Сейчас только хуже сделал тем, что ты стакал за спиной Брейда. Вот поставьте шкаф. Либо делай так, стакай за спиной и нормально выносить метку, успевать, и так еще можно сделать. Так. Давайте фулба в парейду. Чек на этот, на бафы. Медалом готов? Медалом, ты тут? А Гера от КД сшилась? Да. С пула тогда дашь. Бедолом, ты тут? Все готовы? Все, запускайте. Давай, Шедоморт, Фюрер, глыба нажали, скинули и бейте дальше под ростом. Пока есть рост. Сейчас будет это притяжка, смотрим. Отбегаем все. Кто умирает, это ГП. Притяжка, смотрим. Отбежали. Метки выносите, следите, куда падает, слева падает, равномерно подбивайте метки. Так, очень далеко слева, метку слева, 400 хп, справа падает, все, стопайте по глыбам, там же падает по центру, сливайте все метки. Слить метки. Притяжка, готовимся выносить. О, блять, выносить, отбегать. Бежали. Давайте метки вперед. Дистанцию между метками держим. Считуй метки, елка. Слева падает. Близко. Спрятались быстрее. Равномерно подбиваем метки. Не дотаем метки, где 200 хп.
Подбивайте быстрее. Справа фулл хп метка 400 тысяч. Не бейте метку, за которой стоите, по центру падает. Справа падает. Стоп. Прекратили бить метки. Все, бейте метки. Сейчас будет фаза вторая. Стоим все в черепе. Сначала отбежали, конечно же. Ноя под босса. Слить метку. Но ком освобожденка, ничего никто не стакает. Будут кидать ГП. Следующий под босса. Мелики отошли в РДД зону. Фюрер под босса. Ходим метку. Метку не бить, ждем притяжки. Спрятались за Эрдру, звезда. Метку не бить, мелики отошли. Не бить метку. Сливайте метку. Пим под босса. Фюрер, блин, кинешься. Сейчас мелики отошли. Слить метку. Все остальное, следующий под босса. Звезду метка. Пимп метка. Давайте в звезду встали, сливайте метку. Герцогиня под босса. Герцогиня под босса, мелики в звезду. Йолга, пришло время спеть гимн на хп, 3 хила, освобожденная магия. Слить метку. Бога под босса. Метку не сливать, притяжка. Стали в звезду. Ждем притяжки. Беги, малышка, беги. Следующий под босса. Сливайте метку. 4 хила, освобожденная магия. Ничего не стакать. Слить метку. Фотон, давай гимн на хп. Бедолом под босса. Клон, давай гимн на хп. Отлично. Джаспан под босса. Мелики отошли. Боль под босса. Мелики отошли. Беги, малышка, беги! Ну, отбежали. Сейчас метка разобьется. Боль порт, изнепорт. Повезло. Под босса пимп. Мелики отошли. Так, кто это у нас в трусах? Минская. Уж под босса, но и мелики отошли в РГД зону. Сливайте метки. Следующий в сторону, шурупец в сторону. Так, если не давал сакру на крель, давай сакру. Эгегей! Кому осколок? Мною. Все, я новая. Талик. Талик кому?
сначала. Завоеватель. Это дай потели. Рулим покорителя. Я релогнусь. О, Валька. Стойте, не двигайтесь никто. Не сабите. Ты до чего не встал? Не двигайтесь, мы не убьем ее. Блять. Бегите к порталу, кто здесь остался. Давайте по новой. Курсач. Ладно, ничего уже. Паладин, у вас есть ретрики? Тюменская там. Ты вроде был. На Креле ретрик есть? Ладно, Креле впал. Тюменская ретрик есть? Мне нужна цель. Спекайся. Ждите там у портала от Саурфанга. Мы сейчас валить бить будем. Давайте лучше Анакель хэпала, а не спримы протопала. Менская ретрика. Чего вы там тусуетесь, я не пойму. Писаю. Давайте, вот Валька пришла. И она забагалась, можно убивать так. Я забагал, Вальку бейте. А я такого не ударишь. Ладно, надо на елку кинуть Боб. На звезду дайте Боб. Сальву Боб. Кралька, отойди от... Куда? От Вальки отойди. Я вообще употалась. Ладно, пошли тогда на чуму, потом убьем Вальку. Там еще ж другая летает. Ну, ничего страшного. Сейчас я выведу ее. Стоять, не агрите только вторую. Вторую не агрите. Нет, нет, блядь. Звезду вливайте. Танки, я отводите встал. Вторую Вальку. Курсач, давай рост. А, она застряла нормально. Нет, вышло, блядь. Вальку точно бейте. Давай Сакру на Криэль. По трэш всегда прожимаетесь там, блин, как будто как боссы. Давайте, ниф не... Не, ниф не мест не работает, кольцо льда, там все дела. Почему не работает? Работает. Все, Войд, хочешь заходи на кота, тут больше не надо этот
сова. Кому не надо шмотки на этих чаров? Плюсы в рейде. Вандерлайт, кто у тебя есть еще? Олег, мне надо пойти. Тюменская, спекайся в ретрика. Вандерлей, кто у тебя еще есть? Хавкер, на тут. Слышь, Олег. Чё? Могу на ФДК зайти. А Тюменская похилит. Все равно надо ретрик. Хавкер, заходи на Фурика. Бога, а чё ты решил уйти? Да ничего, ну ты видишь, я ДПС не особо хорошо даю. Ну если на Лича это будет критично заменим. Иди звезду. Кайт БДК от мутанта. Вандерлей, у тебя есть РДД какой-то? Кто ты вообще? Кто у тебя МакГрегор? Да, Вандерлей, только это трогай. Если есть кто на замену, могу без проблем вернуть. Шанан, а что ты варом прошел? Так я же ему ходил. Я просто зашел специально, ну, я за него больше ДПС ожидал, чем за варом. РДД есть? Кто? РДД. Я на КД. Я шамана пойдет. Да прибудет с тобой. Олег, шипы. Сова 3. Волка 5. Паханта 7. Восьмой протопал. Ладно, сойдет. Есть ШП, но он слабо одетый там. 4 как ГС. Видите звезду. Смарткил, ты тут? Фюрер. Бля, я даже не знаю, кто это такой фюрер. Почему ты кашешь на трэше в 22.58? При этом не предупредив. Чек на АФК. Там суманитель типа. Сейчас именно. Сейчас пойду чайник выключу. Олег, слышал, я чайник пойду выключу. Ой. Только особое наказание, что ли? Блин, кто это говорит? Шуруп. А ты тут при чем, эти что? Не-не-не, я просто увидел, что минус 300 ЕП, раньше ГП давали. Я просто пожалел сейчас. А? Просто сейчас 23 часа ночи. А, тут два человека покажут. Не предупредив. Как-то нехорошо. А сколько вообще рейд собрали? В 7 часов. 8. 8 он пошел, там же психанули. Не, ну сначала в 7 часов, потом Войт ливнул, потом начал собирать варенька уже к 8 часам. Даже пол, и 8 мы уже начали бить. Отошли. Хант, убери пета, бедолом, убери! Ну и поздравляю. Ах, хорошо, что не сагрили вонючку. Бедолом, ты в РК? Ты видишь, что ты с петом делаешь? Так, вышел трэш. Герцогиня, давай гнев небес. Кольцо льда.
дал громовую поступь. Смарт-килл. Чё? Ты будешь бить? Да. Давайте еще раз, кольцо льда. Нет больше контроля. Ну есть. А, точно, еще бы упало есть. Еще с духом ставим, больше дамажит. Бля, надо ГП давать, тут такое дерьмо. Блин. Это бы не достоин. Голем. А ёпта она. Пойду по клавушку парю. Прессайте сзади двух пацанов. Трех уже. Вонючка сейчас придет. Гасните пока трех людей, пока Вонючка не пришел. Герцогинь, не вставай. Тагрите, Вонючка. Олег, хочешь, я тебе расскажу новости? Не надо. Сегодняшнее событие. Давай. У Махида гильдия распустилась. У кого? У Махита. У него была гильдия? Да. Хотел бы знать, кто это еще. Ну, Махита, что не знает, да? А что у них? Что? Это же твой брат, Олег, ты что? Это с кнутовка? Так, не, ну он ты, вообще... Ну ты пряник распустил? Не-не-не. Фюрер. Ну ты еще долго жить будешь. Так, давай тебе еще минус 300. Дочь тракториста. Пойду ловушку сварю. Этот фюрер что, играет только чтобы ГП себе насылать? Не, он ЕП себе сливает. Новый стиль. Так вон, на веда замени. На характере. О, фюрер начал кастовать умный стол в трэш. Ты Олег с Киева? Да. Сейчас, подожди, скуну. Не, коллег, слушай, это, погода замени, короче, вместо меня ветру. Минус один. Минус 4 градуса, облачно, с прояснениями. Слышал? А, классно, спасибо. Там в горы бухнет. Так, рыба на столе. Паранжу у нас. Так. Смарт-килл, бедолом. Сейчас, секунду. Ну, хохоч, Вандерлей. Сколько там мне пойти, да, надо накинуть, надо вспомнить. Так он на одном будет. Я только на одном. А, я был только на Вальде. Да похую, короче. Ну, все. Всем спасибо, всем счастливо. Удачи, брейк. Ну, ладно, вообще уже хотел тебе накинуть 500 епа. Да похую. Давайте, шкаф тогда. Шкаф поставьте, в общем, смотрите. 3 ШП на РНЖ. Сова 4, смарт-килл 5, бедолом 6, боль 7, 8 пимп, 9 протопал. Бедолом, смарт-килл, знаете, как на РНЖ стоять? Я, да. Смотреть под ноги, смотреть на стены, откуда льются лужи, постоянно держать дистанцию, выбегать с луж своевременно. Так, еще раз, 3 ШП, 2 ханта на РНЖ, это 5, сова 6, 2 лока, 8, 9 протопал. Так, Вет, ты принимаешь сумон или нет? Вандерлей, ты тут
Тише. Так минуту по-любому надо как. Ты что, Альтер-4 прожил? Ну, красава. Вандерлей выходит из мира. А Тюменская сколько боссов бил? Много. Сколько? Алгалона бил? Все. Тюменская сначала идет. Хорошо. Тюменская, давай камень возвращения. Спасибо тебе за рейд. Четыре хила, неоспоримый курсач, кралька и йога. Отец Гурес, принимай сумон. Так, отец Гурес не принимает. Вместо него надо взять другого. Он хочет купить кое-что. Ну, ты принимаешь.